В Ульяновской мини-футбольной суперлиге шестой игровой день. Начало матча действующего чемпиона Нубирейта и середняка Контактора задержалось на пару минут. Футболистов ждала приятная церемония вручения удостоверений и знаков кандидатов в мастера спорта России. Ленарис Загреев, Юрий Абдулхаков, братья Злыдрева из Нубирейта, а также Владимир Гвоздев из Контактора минувшей осенью в составе Ульяновского Динамо стали победителями Всероссийской ведомственной спартакиады по мини-футболу. Очень-очень приятно, конечно, получать от таких людей, тем более мастер международного класса, как Дмитрий Николаев. А повлияло, конечно, на игру. Все равно эмоции какие-то более позитивные. Хотелось доказать всем, на самом деле, что не просто так все это получаем. Получить знак и удостоверение кандидатов в мастера спорта страны должен был и форвард чемпионов Вячеслав Прибылов. Однако его в этот день не было даже среди запасных. Отсутствовал у Нубирейта и Максим Афанасьев. На оставшихся игроков оранжевых выпала большая дополнительная физическая нагрузка. Физически, конечно, играть тяжелее. У нас две тренировки в неделю. В принципе, как бы это достаточно, но мы не работаем над физикой. Больше работаем как бы над тактикой, над техникой. Поэтому физически это сказывается. Вот. Но опять же, я могу сказать, что вот сколько турниров не было, чем меньше приходит скамейка, тем сплочение коллектива друг за друг, каждый за каждого. Именно Мысин стал соавтором первого гола в матче. На пятой минуте, когда сил у игроков было вагон и маленькая тележка, он совершил перехват на своей половине. Вертикальной передачей оставил неудел всю защиту Контактора, а Виктор Злыдрев хладнокровно реализовал выход 1-1. Контактор не горевал вовсе, а продолжил играть вторым номером. И своего шанса дождался в середине тайма. Голкипер Нубирейта Виктор Кудряшов с помарками парировал удар с дальней дистанции, а Юрки Марс Кудубаев был первым на добивание. 1-1 после первой половины. Возможно, в какой-то момент где-то кто-то там недоработал, поэтому, то есть, ошибки – это игра, то есть, это свойственно ошибаться. В перерыве Нубирейт поменял голкипера. Вместо Виктора Кудряшова в воротах стал играть Александр Кузнецов. Это придало уверенности чемпиону, и он подряд забил два гола. Сначала нехитрую комбинацию с пасом на столба и ударом с разворота завершил Виктор Злыдрев. А следом и младший брат Андрей пальнул в дальнюю девятку. Голкипер Дмитрий Долгов не выручил. 1-3. Контактор взял тайм-аут. Агрессивный отбор, нам надо мяч забрать. Туда-сюда, обратно, эти рывки нужны. Всегда играем ниже линии мяча, даже если мы играем высоко. Мяч доставили, опускаемся в отбор. И высоко, и агрессивно, ребят, без подсказок. Эмоциональный спич тренера Дмитрия Николаева взбодрил игроков Контактора. Они перехватили инициативу, создали несколько голевых моментов и даже забили красивый гол. Это Роман Асадов смачно приложился с дальней дистанции и транзитом от штанги отправил мяч в ворота. Игра достигла своего апогея. На первый план выходит какой-либо опыт, потому что команда, которая уже давно вместе, например, как вот именно Мобирейт, им идет на пользу то, что вот это сплочение у них есть. Они вместе играют уже не первый год. И вот в концовке, когда надо было как-то добавить, они вот именно смогли это сделать. В трудный момент Мобирейт действительно проявил самые нужные качества, а именно реализовал то, что создал. Короткая перепасовка между Виктором Злыдревым и Юрием Абдулхаковым завершилась голом. Мобирейт выиграл 4-2. Причем в команде забивали только те, кто получил знаки и удостоверения кандидатов в мастера спорта России. Еще один знак кандидатов в мастера спорта страны получил игрок погоды в доме Максим Соболев. Именно он стал главным героем матча своей команды против одного из лидеров Симбирска Берхофа. За 5 секунд до финального свистка Соболев забил гол и принес своей команде драматичную победу 4-3. Также упорным получился поединок юниора и Штальбурга. Юниор вел 3-1, но удержать преимущество не сумел. Ничья 3-3. А вот Кристалл и Платон особых проблем в матче с Авангардом и Промресурсом не испытали. Уверенная собственная победа над Промресурсом вкупе с неудачей Симбирска вывела Кристалл на чистое первое место в турнирной таблице. Это самая главная неожиданность первой трети чемпионата. Впрочем, лидирующий квартет уплотняется. Мобирейт и погода в доме хороши в роли преследователей. А вот положение Контактора, Штальбурга и Промресурса становится все более незавидным. Пятерка лидеров в списке бомбардиров в минувшем туре не изменилась, разве что она стала еще более плотной. Скажите за это спасибо Виктору Злыдреву, записавшему на свой счет дубль. В следующем туре погода и Мобирейт, скорее всего, продолжат свои победные серии, ведь им играть с командами из нижней части турнирной таблицы. А вот кто-то из лидеров, Кристалл или Симбирск, очки потеряет точно, поскольку их ждет очное противостояние. Матч начнется в следующую субботу, 9 декабря, в 10 утра. Фоки-Уку.